И кажется, нам теперь нужен новый чайник. Да ладно, ладно, купим мы новый чайник. С видосом-то что? Я не знаю, всю голову сломал, вообще ничего не приходит. Давай чайку попьем. Блин, мы чайник разбили. Ладно, у меня есть идея. Идем со мной. Подписчики же часто предлагают нам идеи для видосов в комментариях. И? Ну давай рандомно выберем и снимем. Слушай, классная идея. Что попадется, то и будем снимать. Ну-ну-ну, что там? 24 часа, говорим няне да. Нет! Я, если честно, побаиваюсь такое проходить. Няня у нас жесткая. Позвони девчонкам. Алло, да, приходите, пожалуйста, у нас тут челлендж новый. Говорим няне да. В смысле бросила трубку? Зачем ты им сказала название челленджа? Понятно, что они слились. Там, где есть няня, там катастрофа настоящая. Слушай, давай просто выберем другую тему и все. Всем привет! Няня! Наконец-то вы придумали хорошую идею для челленджа. Мы, пожалуй, пойдем. Сидеть! Что молчите? Какое первое задание будет? Не знаете? Зато я знаю. Какое? Для начала вам нужно как-то украсить свою одежду, а то она какая-то невыразительная. Это вообще-то очень модная футболка. Не понимаю, что вам не нравится. А вот что! Ха-ха, тебе очень идет! Это что такое? Вы же давно говорили, что хотите свой мерч. Ну мы его уже почти сделали. А няни не любят ждать, поэтому будете ходить в нянином мерче. Ну посмотрите, как вам идет. Согласны? Да. В смысле да? Мне не нравится. Кажется, ты забыл. Сегодня 24 часа, мы говорим няне да. Повторю еще раз свой вопрос. Тебе нравится? Да, няня, нравится. Это только начало. Сегодня у вас будет самый здоровый день во всей вашей жизни. Вам очень понравится. Ребята, без вашей поддержки мы сегодня точно не справимся. Пожалуйста, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Ведь это видео мы делаем только для вас. Для начала вам нужно избавиться от всей отвлекающей вас техники. Что это значит? Все ваши телефоны, наушники, ноутбуки выкинуть на помойку. Нет, нет, нет! Как мы будем без этого всего, няня? Это слишком жесткое задание! Вы опять забыли название нашего ролика. Хотите, чтобы няня выкинула ваш ноутбук? Да! Вот и отлично! Идем на помойку. Музыка вам тоже сегодня не нужна. Как это не нужна? Она всегда нужна. А ну-ка, цыц. Няня, куда вы? Не надо. Фен тоже выкидываем. Это же мой любимый. Это вредно для волос. Я вам сколько раз уже говорила. Скажешь спасибо, что не Дайсон. Спасибо. Так, а я не поняла, где нянины фото? Я думал, не заметит. Все на месте, няня. Няня, няня, вы же шутите, да? Мы все это оставим, просто не будем пользоваться. Никаких шуток. Няня и юмор вещи несовместимы, ну. Ну давайте не надо. Ноутбук нам не нужен, потому что Саша все свободное время играет в игры. А вся эта техника, она только вас отвлекает. Капец, кажется, няня сошла с ума. Это будет самый сложный челлендж в мире. Идем домой. Саш, не парься, я сейчас возьму. Вы что, думаете, я ничего не вижу? Быстро домой. Это теперь будет принадлежать какому-нибудь дворнику. Или тому бомжу Вальдемару. Ну что, наше мучение закончится на этом. Они только начинаются. Это еще что такое? Садимся завтракать. И что сегодня на завтрак? Может быть, за наше мучение мы что-нибудь сладенькое съедим или чипсики? Я же сказала, что у нас сегодня день здорового образа жизни. Поэтому мы сегодня будем пить коктейль. Очень полезный из брюссельской капусты и из водорослей. Ну уж нет! А ну-ка, повтори. Будешь ли ты пить вкусный коктейль полезный? Да! Аня, не беси няню, давай играть по ее правилам. Ой. Надеюсь, вам это понравится. Осталось только все это взбить хорошенько. О, меня сейчас вырвет, меня сейчас вырвет. О, какая же вонь, я уже отсюда чувствую. Угощайся, самая полезная наиполезность.
остальное Саше. Это похоже на зелье невидимости из Гарри Поттера. Что ты такое строишь вот это вот? Ладно, я же знаю, мне это кошмар. Я не вообще уверен, что это съедобно. Так, хватит этих ваших междометий. Ну-ка быстренько взяли стаканчики и пьем. За маму, за папу, за няню. Саш, просто выпьем быстро это и все. Ты первый. Так и знал, что ты заставишь делать это меня. Няня, а можно трубочку? Можно, конечно. Ладно, погнали. Давайте доедаем. У нас еще очень много дел на сегодня. Спасибо вам, подписчики, что придумали для нас такой челлендж. А что? Мне уже нравится. Ладно, я пошутила. Так, ну няня хорошо потрудилась, приготовила вам такой вкусный завтрак. А я, между прочим, смотрела ваши предыдущие ролики, говорю, да. И там вы всегда дарили подарки. Подарки? Что-то я этого уже боюсь. Сейчас она попросит что-нибудь крутое. Купите няне незабываемую игрушку. Наконец-то доставка пришла! Это от Русмен! Ура! Как же я вас ждала! Ох, вот эта ностальгия нахлынула! Ведь именно с Лол Сюрпрайз начался мой канал! Все, кто со мной с тех времен, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео! Аня, что там приехало? Я заказала самые крутые новиночки кукол Лол Бабл Сюрпрайз! Сестренку и большой набор Лол Бабл Сюрпрайз! Все оригиналы, конечно же. Кстати, оригинальные шарики Лол продает компания Росмен. Какие красивые шарики, мне уже нравятся. Самое интересное внутри. Вот, держите шар, будете открывать вместе со мной. Какая ответственность. Сейчас я вас научу, как это делается. Ну а теперь настоящая магия. Высыпаем ингредиенты из сердечка. Наливаем воду и поворачиваем. У каждой куклы своя пена. Это восторг! У меня появилась куколка! У вас какая? У меня попалась диско-денсер! А у меня супер редкая кукла из золотого шара и зовут ее Hollywood Star. Ребята, это невероятная удача! Мне с первого раза попался золотой шарик! Hollywood Star принадлежит семейству Glitterati. В комплекте у нее попона, туфельки и вот такая бутылочка, и она вся блестит. А у меня получается куколка из Glee Club. У нее вот такое диско-платье, туфли на высокой платформе и вот такая яркая бутылочка. Моя малышка умеет плакать. А моя умеет петь, у нее вот даже микрофон есть. Всего в коллекции 13 куколок и есть даже супер редкие. Как здорово было бы собрать их всех! А в этом шаре что? Тут малышка, сестренка Лол няня. А вот здесь целый набор Лол Сюрпрайз из нескольких куколок. Мне попалась Лил Диско Денсер. Это же сестренка моей куклы. Няня, да вы везунчик, собрали почти полную семью. У нее, кстати, есть туфли и микрофон. Сестричек тоже 13 в коллекции. Как это мило. Только посмотрите, какие сердечки. Ух ты, у меня получилась трехцветная пена! Это куколка Бабли. И ее семейка, питомец. Какой хорошенький, с
Смотрите на него. И малышка. У каждого есть свои аксессуары. Засчитываю. Няне очень понравилось. Тем более я обожаю коллекционировать. Есть! Как же хорошо на улице, свежий воздух. Знаете, придумала для вас еще одно задание. Ходить босиком по земле. Говорят, это очень-очень полезно. Няня, нет, на улице же осень, холодно. Я не буду этого делать. Не слышу правильного ответа на свой вопрос. Да, няня. Мы будем ходить босиком. Носочек потерялся. Без носков. Капец, как холодно! Няня, ну вы, конечно, придумали! Ладно, хожу. Видите, хожу босиком. Не знаю, чем это полезно, но это ужасно. Если я заболею, это будет на вашей совести. Вот блин! Я надеюсь, здесь нет никакого стекла или гвоздей всяких. А-а-а, холодно! Мне хочется. Хожу, хожу, вот, смотрите. Какой кошмар! Неприятненько! Офигеть, уже все грязные! Это полезно! Чувствовать стопами землю! Не знаю, няня, что тут полезного. Все жутко колется и жутко холодно ногам. И долго нам так ходить? Долго еще, полчаса примерно. У меня вот уже сопли начались. Не говори глупостей. От таких процедур заболеть нельзя. Ну да, конечно, верю. Не буду я больше ходить по асфальту. Пойду на траву. Ой! Что такое, Ань? Гвоздь? Заноза? Нет, кажется, что-то мягкое и теплое, и вонючее. Ой, об этом я что-то не подумала. Ну, это же тоже может быть полезным. Я думаю, с заданием вы справились. Надо помыть ноги, а то воняет сильно. Ай-яй-яй-яй, фу! Бедная Аня, няня, что же вы наделали? Не переживай, сейчас она придет. Что вы едите? Печенье. Странное какое-то. Какой позор! Знаете, что мне кажется? Что вы маловато сегодня сделали подарков для няни. Ничего себе маловато! Няня, пожалуйста, давайте хотя бы только не новый айфон. 15-й? Не, не надо. Фух, пронесло. Я вот машину давно хочу, и ваша мне очень нравится. Может, вы подарите любимой няне ключи от своей машины? Вы же шутите? Нельзя. Уверена в своем ответе? Вы водить-то хоть умеете? Не, не умею. Ну там же ничего сложного. Я бы так не сказал. Главное, что вы сказали да. О, мечта сбылась. Ну, погнали. Походу, нам конец. Ой, чуть не врезалась. Сдаем назад. Это было слишком близко. Да ладно, не паникуйте. Адьос. Стойте! Куда так быстро? Попадос. Саш, ты чего такой грустный? Я отказываюсь это комментировать. Ну чего ты переживаешь? Тебе же сказали, все починят. Страховка же есть. Капец. Я уже проголодалась. Может быть, поедим? Вам-то куда есть? Вы же целый сегодня витаминный коктейль выпили. А вот няня действительно голодная. И что? Как это что? Быстренько покупаем няне самую вкусную еду, которую вы съели бы сами. То есть мы с Аней ели эту вот гадость, а вы будете есть вкусняшки? Абсолютно верно. Что стоим? Вперед! Няня сказала взять еду, которую я взяла бы себе. Ну это, конечно же, стрипсы. Стрипсики, снеки, стрипсы. 7 штук. Мы любим кофе, поэтому для няни тоже, видимо, придется его взять. Я взял няне капучино, клубничное мороженое, мое любимое, и картошечку фри. А я взяла стрипсики. Стоп, стоп, стоп. Это все для няни, а то ваши голодные глаза подсказывают, что вы все это хотите съесть. Вообще-то мы целый день ничего не ели, кроме того ужасного коктейля, от которого меня чуть не вывернуло. Так, что вы тут для меня купили? Это кофе. Капучино. Няня обожает капучино. Так, это стрипсы и кисло-сладкий соус даже. Вообще, конечно, няня такое не ест. Вообще не знаю, что это, но надо же когда-то пробовать.
Теперь понятно, почему они это едят постоянно. Да потому что это безумно вкусно. Но не полезно. Считайте, что я вам сегодня очень сильно помогаю. Спасибо, няня, что избавили нас от вкуснейшего обеда. Не благодарите. Так, а что это у нас? Картошка с мороженым. Я слышала, что это нужно есть вместе. Давно хотела попробовать. Это правда так вкусно, как говорят. Няня, вы, надеюсь, довольны? Да, вполне. Спасибо вам за вкуснейший обед. Нам для вас сегодня ничего не жалко. Вот бы так каждый день, а то никакой благодарности бедной няне за ее старания. Нет, нет, только не каждый день. Эх, хорошо поели, да? Няня, а мы-то будем есть? Да, у меня уже живот урчит. Ну нет, нет, сегодня у вас полезное питание плюс голодание. Давайте лучше что-нибудь споем. Что значит споем? Ну подождите, у вас же на 6 миллионов будет песня? Вы хоть петь-то умеете? Вообще-то да, просто песню еще не придумали. Это сложно, знаете ли. Понимаю, но можно пока спеть чью-то чужую песню, а няня проверит ваши вокальные способности. А вы что, певица? Естественно. Ну, не в голос сейчас чуть-чуть. Хватит, хватит, мои уши. Я чуть не оглох. Так, вы песню петь будете? Да, няня, будем. Ну, давай, какую знаешь? Мне на ум приходят только детские песенки, которые сейчас слушает Николай. Ну, давай, почему нет? Ну, ладно. На пикник мы несем молоко с миндалем и салат, и шашлык. На пикник, ту-ду-ду-ду. Браво, очень хорошо. Чувствую, ваша песня станет настоящим хитом. Фух, я перенервничала. Вы довольны, значит, мы свободны. Я есть стрипсы. Стоять! Что такое? Настало время расслабиться и помедитировать. Сейчас будем делать няни-массаж. Вот это вот задание. Так, без разговорчиков. Ладно, ладно, мы поняли. Ваня, делаем массаж. Как там? Надо разогреть руки, включить медитативную музыку. Ладно, погнали. И про голову не забудьте. Ладно, голова так голова. О-о-о. Няня, вам нравится? Лучший день в моей жизни. Надеюсь, он скоро закончится. Осталось совсем чуть-чуть. А ты чего сидишь? Держи ногу. Что такое недовольное лицо? Я не поняла. Вам нравится делать няне массаж? Да. Очень обожаю. Как жаль, что этот день подходит к концу. Побольше бы таких челленджей, да? Да, да, побольше, да. Нравится. Очень. Ну а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Если у вас еще есть какие-нибудь идеи, скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой канал и на все мои соцсети. Всех обнимаю и люблю. Вообще-то день еще не закончился. Наполняем мне ванну с пеной и желтой уточкой. Ставь лайк и подпишись на наш канал.